В Восточном Казахстане экс-руководители Ридерской ТЭЦ могут привлечь к уголовной ответственности. По данным агентства по финансовому мониторингу, их подозревают в хищении средств. Ущерб оценивается на сумму свыше 4 миллиардов тенге. Минувшей зимой жители Ридера замерзали в своих домах. Сбой подачи тепла происходил из-за систематического хищения средств, предназначенных для ремонтных работ. Следствием установлено, что мошенники на протяжении 4 лет предоставляли поддельные отчеты и заключали фиктивные договоры с компаниями. Таким образом, по документам якобы все ремонтные работы были проведены. Однако фактического обновления оборудования не было. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение причиненного ущерба путем передачи в государственную собственность станции по производству тепловой энергии в городе Ридер оценочной стоимостью почти 5,5 миллиардов тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.